Я всех приветствую. Не удивляйтесь этому слайду, который перед вами. Это просто, чтобы сразу вам не было понятно, какова тема лекции, которую сейчас мы начнем. Это последний слайд темы, которую мы сами не проходим. Это абсолютный идеализм Фрэнсиса Брэдли. Ну и его последователи Бернард Базанкет, МакТаггарт и так далее. Это не входит в нашу программу. А вот в нашу программу входит, безусловно, да, и по пожеланиям многих студентов, вот такой мыслитель, как всем вам хорошо знакомый Фридрих Ницше. Кстати, вот на... здесь нормально, да? Почему-то здесь на... мониторе обрезанная. Здесь верх не виден. Так только портрет. Не знаю, как именно так, наверное, видят. Да. Во, замечательно. Спасибо. Спасибо. Вот поговорим об этом. Еще одном самом знаменитом мыслителе, даже трудно назвать его философом, потому что сам себя он философом не считал, об этом самом знаменитом мыслителе XIX века, оказавшем огромнейшее влияние на всю последующую не только философию, и вообще культуру, политику, цивилизацию, историю. Вот таков, да, удивительный вклад этого человека. Хотя, ну, философом быть не собирался. Вот несколько слов о его биографии. Воспитывался фактически одной матерью. Отец его скончался, будучи пастором, да, когда Ницше было всего лишь 5 лет. Затем поступает в гимназию, где изучает древние языки. Вообще-то его главная специальность – древнегреческий, латынь, ну, прежде всего, древнегреческий. Да, он заканчивает гимназию, затем в Боннском университете изучает филологию, продолжает в Лейпцигском университете, становится профессором классической филологии. Ну, классическая филология – это именно древнегреческий и латынь. Да, в Базельском университете его призывают в армию. Да, служит там какое-то время, да, пару лет, возвращается обратно в Базельский университет, но что-то с ним произошло. Что покрыто тайной, никто не знает. Начинается какая-то болезнь. Выдвигаются разные гипотезы, ни одна из них, насколько мне известно, не имеет какого-то фактического подтверждения. Ну, предполагает, что, возможно, в армии связался с какой-то, как говорится, с женщиной с низкой социальной ответственностью, ну и заработал какую-то болезнь венерическую, которая потом стала проявляться в виде его интеллектуальной деятельности. Головные боли, припадки, но головные боли, как сам Ницше указывает, сменяются какими-то... почти как у Федора Михайловича Достоевского, только в чем причина Достоевского мы знаем, это эпилепсия врожденная, а вот причина у Ницше мы не знаем, но вот припадки, головные боли сменяются какими-то минутами, даже часами, днями, какого-то ярчайшего просветления, в которое Ницше и в основном пишет свои работы. Но болезнь не проходит, со временем он выходит на пенсию, а в конце концов, да, заканчивает свою жизнь вообще в психиатрической больнице в городе Базеле. Вот, да, и последние почти 10 лет своей жизни Ницше проводит, да, совсем выжив из ума. Но при этом, да, вот этот небольшой промежуток времени преподавания, от начала преподавания до развития болезни, наполнен такой творческой деятельностью, результатом которой явились вот эти работы, которые
Я вот как бы распределил их в более-менее таком хронологическом порядке. Вот одна из первых работ – это «Рождение трагедии из духа музыки». Об этой работе я вам, может быть, немножко говорил, когда мы даже, может быть, не называя ее конкретно, когда мы только лишь начали изучение философии в прошлом году, когда мы рассматривали вопрос возникновения философии, возникновения из греческой религии, где я отметил, что на самом деле в Греции существовало два вида религии. Религия официальная, Зевса, Аполлона, и религия тайная, закрытая, религия Диониса, Деметры, откуда потом возникают орфики. Вот, в принципе, это открытие Ницше. Да, именно об этом он и пишет в этой работе, внося вот эти два термина, дионисийство и аполлонизм, два такие начала в греческой культуре, как из дионисийства потом возникает орфизм с его культом музыки, как вы помните, а потом этот культ музыки в этих самых орфических и дионисийских мистериях превращается в театр. Собственно, такая вот вполне научная работа, хотя уже там Ницше высказывает свое неоднозначное, мягко говоря, отношение к греческой философии, особенно к Сократу, который для него является одним из наиболее вредных персонажей во всей европейской истории. Ну, а дальше вот работы, написанные и даже и озаглавленные, совершенно не канонически, да, и жанр, и стиль того, что пишет Ницше, ну, абсолютно не философский. Ну, может быть, с кем-то, если можно сравнить, то только с Паскалем. Как вот его фрагментарные мысли, не связанные в какую-то четкую логическую связь, как это принято было, начиная с Парменида и с других греческих философов, где строгая, так логическая, метафизическая, философская система выстраивается. Ни у Паскаля, ни у его полной, так сказать, противоположности Ницше такой системы принципиально нет. Принципиально. Может быть, даже этот самый жанр фрагментов, таких афоризмов избран Ницше не случайно. Именно показать, что он не принимает классическую философию. Ту самую философию, которую создал Сократ. По пути Сократа, которого пошел Платон, да, и вот дальше вот эти определения, четкие логические выводы, это не философия. Да. Точнее сказать так, очень сложно говорить о Ницше, потому что действительно он... Вот легко говорить о Спинозе, легко говорить о Декарте, легко говорить о Канте, да, легко говорить о Гегеле. Как я читал лекцию по этим философам? А тупо, прошу прощения, тупо пересказывал этику Спинозы, метафизическое размышление Декарта, энциклопедию философских наук Гегеля, критику чистого и практического разума Канта. Они сами нам помогли. Создали прекрасную систему. Задача преподавателя – прочитать, да, законспектировать, выделить главное, пересказать студентам. Так я примитивно говорю. С Сократом, с Ницше, с Паскалем так не подходит. Да? Они ставят перед нами какую-то такую сложнейшую задачу разобраться. Тем более сами говорят, мы систему не создаем. И как рассказывать, да, на лекции студентам, и как самому это понять, да, в чем же их философия. Тем более, что и ни тот, ни другой, ни Паскаль, так случайно такой пример пришел на ум, ни Паскаль, ни Ницше какую-то систему философии не создают. Но вот какая приходит мысль. Да, вот замечательная работа. Ну, они все, конечно, замечательные. Замечательные не в том смысле, что мне они нравятся и прочее, а замечательно то, что она заметная. Замечательная в каком-то своем вкладе. Вот «Веселая наука». Вот фрагмент 125 звучит таким вот образом, какой-то явный намек на Диогена Синопского. Но неважно, Диоген Синопский это или кто другой, вряд ли, конечно, Диоген Синопский, потому что речь идет уже о каком-то каком-то выдуманном, конечно, персонаже, но скорее это современник, современник Ницше. Давайте прочитаем этот фрагмент. «Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: „Я ищу Бога, ищу Бога“?
Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. «Он что, пропал?» – сказал один. «Он заблудился, как ребенок?» – сказал другой. «Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал?» – так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу, прорезал их своим взглядом. «Где Бог?» – воскликнул он. «Я хочу сказать вам это. Мы его убили. Вы и я. Мы все его убийцы. Бог умер. Бог не воскреснет. И мы его убили. Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое святое и самое могущественное существо, которое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту кровь? Никогда не было совершено дело более великого. И кто родится после нас, будет благодаря этому деянию принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история». Понятно, что здесь речь идет не о Христе, да, которого убили, да, и который воскрес. Да. Понятно, что здесь речь даже не о сожалении, а как о величайшем достижении. Мы, наконец-таки, положили конец старой истории и создаем новую, и на люди нам будут благодарны. Но что это за парадокс такой? Как можно убить Бога? Если Он есть, то Он по определению бессмертен. А если Его нет, то как Его можно убить? Если это того, кого нет. Ну, Ницше часто говорит вот такими парадоксами, загадочными словами, не всегда понятными, но скорее всего, ну, вся мысль Ницше наполнена вот, как бы двумя основными, так не наполнена, а как бы развивается посредством двух основных терминов – декаданс и нигилизм. Фактически он вводит эти два понятия так, в обширный обиход – декаданс и нигилизм. Они необходимы. Это как бы закономерность истории. Да, появление декаданса так же необходимо, как любое восхождение и поступательное движение в жизни. Не в нашей власти устранить его. Что такое декаданс? И когда он возникает, и почему его появление столь же необходимо? Самым первым представителем декаданса является Сократ. Именно поэтому Ницше так его не любит, и даже описывая в этой работе портрет Сократа, показывает его уродство. Ну, мы помним, да, Сократ в старости, толстый живот, обрюзгший лицо, нос картошкой, да, лысина. Ну, в общем, как пишет, да, это не Аполлон, это не красота физическая, гармония, изящество, это сатир, это пан. Вот те самые мифические герои, которых сами греки изображали уродливыми. Вот Сократ – это вот такой пан, сатир, да, который сама природа поставила печать на него. Это не наш, не от природы, понимаете? Вот это и есть декаданс, как бы уход от природы, уход от ее полноты жизненных сил. В каком смысле это можно понимать? Да, это... Вот особенно у Сократа пока эта мысль высказывается, а развил ее Платон. Платон, может быть, так вот, перескочу через предыдущий слайд. Вот, в работе «Сумерки идолов» есть другой перевод, есть два перевода. В одном называется «Сумерки идолов», в другом «Сумерки кумиров». Или под заглавие «Сумерки идолов», или «Как философствует Молотом». Сам Ницше считал эту работу своей самой лучшей, ну, не в смысле самой лучшей, но все самые лучшие работы. Вот, скажем, есть работа одна из поздних «Экце хомо». «Экце хомо» – это слова Христа, который на слова Пилата, да, сказал, или Пилат, да, сказал «Се человек», да, «Это человек», «Экце хомо». Но вот как бы Ницше применивает к себе слова Христа, так, к себе, вот я человек, такая автобиография, да, с такими хорошими названиями параграфов, да. Почему я такой умный,
Почему я пишу такие гениальные книги? Ну, Ницше сам себя считает гением уже, ну как такое в истории бывало, да. Пушкин, да, со знаменитым стихотворением «Памятник», да, «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, воздвигся я главой непокорной, да, выше Александрийского столпа», понимаете, выше всех императоров, там, не знаю, кого угодно. Ну, вот и Ницше точно так же понимает, ну, что делать, ну, факт, вот я гений, что ты с этим поделаешь. Ну, ладно, а вот... Но все, конечно, свои работы он считает гениальными, но наиболее четко его взгляды, по выражению, по мнению Ницше, он высказал именно в этой работе «Сумерки идолов». Поэтому, если кто хочет почитать Ницше, то рекомендую именно ее. Не самую знаменитую, там, как говорил Заратустра, не там, другие какие-нибудь, а именно «Сумерки идолов». Так вот, там есть небольшой, ну, не очень, точнее, небольшой фрагмент под названием «Как истинный мир стал басней». Вот из него понятно как раз вот та система понятий «декаданс» и «нигилизм». «Декаданс» означает, как я уже сказал, уход от жизни, от сил нашего материального мира. Это начало декадансу положил Сократ, развил его в абсолютной форме Платон. Вот точка зрения Платона, да, истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, он живет в нем, он есть этот мир. Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, убедительная, перефраза положения «я, Платон, есть истина». Помните, безусловно, философию Платона, мир материальный – это мир теней на стене пещеры. Его как бы нет, как бы, то есть как тень, она вроде бы есть, но у нее нет ни размера, ни массы, ни объема. Это кажущееся бытие. Истинное бытие – это мир идей. И Платон говорит, я его открыл. И он полностью познаваем, и наша задача в этот мир идей навечно умчаться. Да, полный, да, декаданс, полный уход из нашего мира. А вот дальше начинается нигилизм. Вот тот самый нигилизм, как возврат к самой жизни. Да, что означает нигилизм, как пишет в работе «Воля», точнее, работа «Воля к власти» – это фрагменты, которые сам Ницше не включил ни в одну из работ, а потом уже после его смерти, а может быть и после того, как он слег в больницу, его сестра собрала и назвала это собрание фрагментов главным термином Ницше «Воля к власти». Что означает нигилизм? То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели, нет ответа на вопрос «зачем?». Вот высшие ценности по Платону – это идеи, эйдосы. Самая высшая ценность – идея блага, как вы помните, которая как солнце освещает все предметы нашего мира. Так вот, начинается процесс нигилизма. Он такой же естественный, как, по всей видимости, и декаданс. Платон должен был прийти, да, но процесс нигилизма тоже естественный, да, не в нашей власти его отменить. Да, и вот начинается нигилизм с чего? Со Христа, с христианства. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, для грешника, который кается. Прогресс идеи. Она становится тоньше, запутаннее, непостижимее. Она становится женщиной. Она становится христианской. То есть, как вы, надеюсь, знаете, как сказать, прекрасно знаете, но надеюсь, знаете, что если у Платона попасть в мир идей может каждый своими силами, главная задача заняться философией, познанием истины, то в христианстве от тебя-то тоже, конечно, многое зависит, но ничего не гарантировано. Помилует тебя Бог или не помилует, ну, как Ницше сравнивает, да, вот как с женской логикой, вот даст тебе, скажет тебе твоя любимая девушка да или нет, а кто знает, что у нее на уме, какое у нее настроение сегодня. Вот примерно так сравнивает Ницше христианство. Вроде бы тоже,
Тоже божественный мир – это истинный, настоящий наш мир, это мир. Ну, вроде бы не совсем, не бытие, его Бог сотворил. Но все равно не в нем, да, не любите мира, да, как говорит Христос, не того, что в мире. То есть уже начинается некоторое сомнение, да, в такой платоновском радикальном декадансе. Следующий этап, да, думаю, так как приятно читать Ницше и ощущать себя немножко так вот, да, такой простой кроссворд разгадываю, да. Истинный мир недостижимый, недоказуемый, не могущий быть обетованным, но уже как мыслимый, утешение, долг, императив. Старое солнце в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис, идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской. Ну, я убежден, что здесь вы прекрасно поняли, кого имеет в виду Ницше, кто является следующим, олицетворяющим следующий этап нигилизма, то есть отрицание нигилизма от слова нихил, да, ничто, отрицание этих ценностей. По Канту, я не знаю, есть Бог или нет, да, это, я знаю, что в нас долг существует, в нашей природе, да, как императив, не более, да, того. Поэтому та самая объективная, высшая, божественная ценность у Канта еще более размывается, превращаясь только в наш, да, внутренний долг, категорический императив. Следующий этап – истинный мир недостижимый, во всяком случае недостигнутый. И как недостигнутый, также неведомый, следовательно, также неутешающий, не спасающий, не обязывающий. К чему может обязывать нас нечто неведомое? Серое утро, первое позевывание разума, петушиный крик позитивизма. Да, вот хорошее повторение истории философии в этом небольшом фрагменте Ницше. Почему позитивизм – следующий шаг? А потому что это все псевдовопросы, как вы помните. Да? Да, мы не знаем вообще, есть ценности, нет ценностей. Они глазами не видны. Они чувством непознаваемы. Поэтому нас обязывает, нас не обязывает. Мы не знаем. Да. По крайней мере, вот неведомый этот мир – это псевдо-вопросы, да, вопросы, которые ошибочно поставлены. И дальше. Время самого Ницше. Истинный мир – идея ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, ставшая бесполезной. Ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея. Упраздним ее. Светлый день, завтрак, возвращение бонсанс и веселости, краска стыда Платона, дьявольский шум всех свободных умов. Мы упразднили истинный мир. Какой же мир остался? Может быть, кажущийся? Но нет. Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся. Полдень, мгновение самой короткой тени, конец самого долгого заблуждения, кульминационный пункт человечества, инципит Заратустра, как бы начинается, да, начинается Заратустра. Если имеется в виду, конечно, название его книги, так говорил Заратустра. Сама книга как бы даже написана как антитеза Евангелию. Вот в Евангелии есть так, один из центральных фрагментов, называется «Нагорная проповедь». Нагорная. Христос восходит на гору и говорит свои знаменитые заповеди, там, блаженный нищие духом, там, блаженный изгнанный правды ради и так далее. В общем, основное учение Христа высказывается в Нагорной проповеди. Работа, так говорил Заратустра, начинается с того, что Заратустра сходит с горы. Да, то есть как бы противоположность, да, вот я противопоставляю, как бы Ницше говорит, я противопоставляю себя христианству, но об этом мы еще поговорим, как и почему противопоставляет, хотя мы видим, да, самый главный враг для Ницше, даже не Христос, а Платон, христианство это уже какой-то некоторый этап нигилизма, нигилизма пока еще не полного, вот Ницше здесь, вы видите, да, показывает различие двух видов нигилизма, радикального и простого, обычного. Чем отличается, сейчас
да, радикальный нигилизм. Есть убеждение в абсолютной несостоятельности мира по отношению к высшим из признаваемых ценностей. К этому присоединяется сознание, что мы не имеем ни малейшего права признавать какую-либо потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы божественным, воплощенной моралью. Вот нигилизм, да, процесс, который пошел после Платона, как бы отрицание этих высших ценностей. Но отрицание какое? Отрицание непоследовательное. Вместо мира идей, конкретного, четкого, легко достижимого, ну, относительно легко, конечно, да, легко в смысле достижимого, заменяется абстрактным, непонятным миром христианского Бога и там ангелов и всего остального. То есть заменяется одна ценность на другую. Потом нигилизм идет дальше, но при этом, скажем, эпоха Возрождения, высшая идея Бога заменяется идеей человека, гуманизм. Потом наука нового времени, идея религии заменяется идеей науки, и заменяется идеей прогресса, 18 век. То есть постоянно происходит замена одной ценности другой. То есть сам мир ценностей никуда не исчезает. Просто происходит подзамена одной другой. Да, эти ценности становятся все более и более человечными. Да, декаданс все более и более размывается этим самым нигилизмом нерадикальным. Да, но этот нигилизм все равно оставляет ценности. Как бы место этих ценностей остается. Просто происходит замена одной ценности, как бы убираем одну, ставим другую, но само место ценностей остается. Так вот, радикальный нигилизм, по убеждению Ницше, это когда мы вообще ценности убираем. Вообще. Даже как бы место того, которое существует. То есть нет ничего, никакого того самого истинного мира, истинного, то есть мира ценностей. Да, все. Мы устранили даже кажущееся, то есть как бы место ценностей. Да нет, все. Мы все устранили. Что осталось? Остался только наш мир. Поэтому, если говорить, опять же, об истории философии, то для Ницше самое лучшее время для философии – это до Сократики. Особенно Гераклит, которого он ценит, но не только потому, что он там создал учение там, о логосе и прочее. Нет, даже вот то, что как он плачущий философ, и это Ницше тоже нравится. Вот как бы ощущение, да, вот Гераклит – элита, Гераклит – гений, который понимает, что его никто не понимает. Он уходит из этого мира, он уходит в горы, даже спускаясь к врачам, да, которые, как он надеется, излечат его от этой самой водянки. Он даже с ними все равно говорит загадками. То есть Ницше понимает, что Гераклит – это как бы он только между ними там 2500 лет, да, вот такое же одиночество гения в мире той самой обывателей, которые, ну, ничем не интересуются, им не интересно ничего, кроме там, как набить желудок и прочие примитивные материальные ценности. Хотя Ницше сам ведь сводит все мировоззрение, которое теперь остается после этого, к материальному миру. Но при этом, конечно же, Ницше вводит новые, как условно говоря, ценности, как бы именно условно, потому что что такое точка зрения ценностей на самом деле, указывает Ницше? Это точка зрения условий сохранения, условий подъема сложных образований с относительной продолжительностью жизни внутри процесса становления. Такая вот сложноватая фраза, опять же, я не указал, это из его работы «Воля к власти». То есть главное что? То есть ценности – это просто точка зрения, субъективная. У каждого из нас могут быть свои ценности. Да, вот как у Ницше есть одна из работ, называется «По ту сторону добра и зла». Нет объективного добра и зла, нет этих высших ценностей. Есть одна объективная ценность, которая, точнее, называется субъективной. Да, поэтому, а какая это ценность? Вот это и есть воля к власти.
Глубочайшая сущность бытия есть воля к власти, пишет он в этой работе, которую сестра совершенно справедливо назвала именно этим термином. Почему воля к власти? Что она означает? Это глубочайшая сущность бытия. То есть наш мир устроен именно таким образом. Здесь, конечно, влияние дарвинизма, очевидно, выживание наиболее приспособленных. Но я бы сказал так, это вообще не только в животном или там растительном мире, в живом мире, а вообще, как бы приводя, я не знаю, там согласился бы Ницше с моими примерами или нет, но я думаю, согласился бы, да? Ведь солнце вращает вокруг себя Землю, а не наоборот. Почему? А потому что солнце имеет массу, там, гораздо больше, чем масса Земли, там, Юпитера, Сатурна вместе взятых. Поэтому как бы солнце властвует над собой, да? Поэтому везде, во всей природе, в механике, в химии, в биологии, ну, разумеется, и в человеческом обществе, да, должен работать этот механизм воли к власти. Да. В чем преступление Сократа и Платона? Они отказались от нее. Вот это самое страшное преступление – создание морали, создание системы нравственных ценностей, когда вместо того, чтобы следовать закону воли к власти, мы его отменяем, как бы исходя из того, что вот надо помогать слабым, надо любить ближнего, надо выполнять там категорический императив и так далее, и так далее. Хотя закон есть один, да? Воля к власти. Как и почему возникает мораль? Ну, в принципе, закон воли к власти работает всегда и везде, даже в системе декаданса. Вот представьте себе такую ситуацию. Да, да, идет какой-нибудь физтех, да, с новодачной, да, с платформы поздней ночью, навстречу два амбала, да, говорят, там, не знаю, давай там деньги, там, телефон и прочее. Ну, что сделает, да, этот бедный физтех, который не обучен никаким боевым искусством? Конечно, физически он обречен. Но вдруг он говорит: ребята, ну как-то ну нехорошо, да вы вот такие два здоровые, вас двое, а я один, вон такие здоровые, накачанные, а я вот тут за книжками тут совсем потерял физическую форму. Ну это же нехорошо, ребята, это же безнравственно. Они вдруг чешут затылок и говорят: да, вообще ты, наверное, прав. Извини, парень, да, как-то мы об этом не задумались. Этот хилый физтех оказался сильнее их. Он подавил их своей волей к власти. Он проявил свою власть над ними, только хитрым образом, нечестным, придумав какие-то ценности, свою точку зрения. И они ему подчинились. Хотя на самом деле они правы, потому что они сильные, они имеют право на существование, а он не имеет права на существование. Что это там выдуманных ценностей, там, не знаю, каких-то там бессилевых функций и прочего, там, не знаю, квантового мира. Вот какой-то вот. Поэтому когда-то, рано или поздно, этот нигилизм должен был победить. Да, и он побеждает. Побеждает в наше время. Вот инципит Заратустра. Начинается эпоха Заратустры. Начинается вот то время, в которое мы отказываемся от тех высших ценностей и живем. Поэтому, вот как вот, да, мы видим, как возникает мораль. За моралью, пишет Ницше, опять же, в этой же работе «Сумерки кумиров или идолов», скрыты три силы. Инстинкт стада против сильных и независимых, инстинкт страждущих и неудачников против счастливых, инстинкт посредственности против исключений. Да, вот есть сильный, независимый, а есть стадо, которое, да, создает мораль, да, и подавляет этих сильных, независимых. Живи как все, не высовывайся. Да, есть какие-то там нормы, да, страждущих и неудачников не получилось в жизни. Ну, да, ну что значит, не стали вы боксерами, поступили на физтех, ну неудачники, что делать? Да, да, вот такая у вас, да. И просто посредственности против исключений. Поэтому мораль, конечно, это самое страшное преступление, которое совершило человечество вот в лице Сократа и Платона, и дальше христиан.
Да, я избрал для себя слово «имморалист» как мой отличительный знак, как мой почетный знак. Я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал христианскую мораль ниже себя. Знаете, конечно, Ницше эпатировал, да, вот такими своими высказываниями, это просто, ну, не знаю, ну, или сумасшедший может такое сказать, да, ну, логично, да, понятно, конечно, сумасшедший, да, или просто абсолютно безнравственный человек. Но вот горд тем, что он имморалист. Мораль, что такое мораль? Да, как да, дальше он пишет, да, в работе «Антихрист», хотя на немецком языке это слово может переводиться как «антихрист», да, или как «антихристианин». В данном случае сложно сказать, что именно имеет в виду Ницше. Или антихрист, который, согласно христианскому учению, должен прийти перед концом мира. Или просто любой антихристианин, и Ницше заявляет, что вот я антихристианин, и поэтому пишу такую работу. В данном случае, наверное, не важно. Может быть, Ницше себя и как-то и мыслил. Хотя он не мыслил себя сверхчеловеком, там, антихристом. Он понимал, что он обычный, простой человек. Да? Вот слабые и неудачники должны погибнуть. Первое положение нашей, подчеркивает Ницше, да, нашей, курсив его, любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Помочь погибнуть слабым и неудачникам. Вот, конечно, вы наверняка знаете о любви Гитлера к Ницше, о том, что самые гитлеровские солдаты называли себя детьми Заратустры и прочее. Ну вот во многом, да, вот чтобы обработать великую культурную нацию, которая породила и Канта, и Гёте, и других величайших мыслителей, учителей, кстати, и морали, и нравственности, и Бетховена, и других прекраснейших людей. Да, как обработать? Да, вот нужна какая-то была философская основа, и лучше ее не придумать. Да? Да, лучше ницшевской философии не придумать, чтобы показать, да, слабые неудачники должны погибнуть. Кто слабые неудачники? Евреи, цыгане, славяне, остальные там примитивные расы, примитивные народы. И поэтому никакой морали нет. Понимаете, вы страдаете от того, что вы там раздавили тапком таракана или убили комара, который сел вам на лоб. У вас это механическое действие, да, как сбросить пылинку, там, убить комара. Это же не проблема нравственности. Вот точно так же для нацистов там, убить там, ребенка там, русского или украинца, или белоруса, там, убить ну, там, еврея или цыгана. Это такое же вне нравственного поля действия. Да, конечно, вот философия здесь имела свои плоды, и поэтому чаще всего Ницше рассматривает именно в этом плане. Кстати, о Ницше все время хочется какие-нибудь делать экскурсы в сторону, чтобы показать его роль и влияние на различные сферы нашей жизни. Вот, например, замечательный немецкий писатель, один из моих любимых писателей, Томас Манн. Очень рекомендую, кто не читал, читайте все. Вот Томаса Манна я могу сказать, читайте все. Начиная от Будденброков, за которого он получил сразу Нобелевскую премию, заканчивая там Иосифом и его братьями и другими фундаментальными работами. Вот у Томаса Манна есть роман, называется «Доктор Фаустус». Сам Томас Манн оказывает влияние Федора Михайловича Достоевского на него. И в какой-то степени написание этого романа, причиной написания его послужил написание Достоевским романа «Идиот». Вот в этом романе Достоевский, как вы знаете, впервые, да, может быть, и единственный раз в истории, попытался изобразить идеального человека. Просто идеальный в нравственном плане человек. Кто является прототипом князя Мышкина? Литературоведы гадают, но есть только два варианта. Это или Адам до грехопадения, или Христос, который как человек, да, вот, живет в нашем мире. Да, это идеал, это абсолютная безгрешность. И вот как вот этот безгрешный человек попадает в наш грешный мир,
да, сталкиваются с этими проблемами предательства, денег и всего остального, карьеры. Вот он, да, конечно, он сходит с ума, потому что нормально в этом мире жить нельзя. Вот Томас Манн пишет этот роман, где он берет тоже такой идеал, только идеал другой, идеал гения. И сам пишет, да, вот в своих дневниках, письмах, что за образец, за прототип он взял Ницше. Вот Ницше – это такой, как бы, для Манна идеальный гений. Ну, а доктор Фаустус, ну, всем вам известна, да, легенда о Фаусте, Гёте, в частности. Это древняя немецкая легенда, обессмерченная великим Гёте. Доктор Фаустус, Фауст, да, ученый, который мечтает познать истину, он готов душу продать дьяволу, чтобы только познать целиком и полностью истину. Вот такой, да, вот прекрасный роман. Не буду пересказывать по сюжету, хотя понятно, да, вот по сюжету там не философ, а некий Адриан Леверкюн, композитор. Да. Ну, может быть, намекает на то, что и первая работа Ницше была «Возникновение трагедии из духа музыки», не знаю. Здесь уже надо копаться в литературоведении, как и почему. Но почему я так долго подвожу и вспоминаю? Вот есть фильм, немецкий фильм, так и называется «Доктор Фаустус». Снятый где-то, наверное, в 80-х годах прошлого века. Я помню, смотрел его в кинотеатре. Надо бы его пересмотреть, может быть, да, хотя бы в плане тоже педагогическом. Вот начало фильма... Вот я не знаю, вот иногда смотришь фильмы, и вот и, как Гераклит, вот жалеешь людей, но не понимают ничего. Вот дальше вот по сюжету просто рассказ о композиторе Адриане Леверкюне, о его карьере, о его разговоре с сатаной и так далее. Адриан Леверкюн – композитор. Но в самом начале фильма, когда идут титры, да, режиссер, сценарист, и актеры и прочее, на фоне марширующие нацисты, бомбы, падающие на города Европы и России, пожар, горящие дома. Вот незнающий человек вот скажет, ну сейчас титры идут, да, фильм про войну. Заканчиваются титры, начинается рассказ о композиторе Адриане Леверкюне. Ни в одном месте, ничего, ни о Гитлере, ни о нацистах, ничего. А вот режиссер такую загадку ставит, да, что это действительно не просто композитор, это как бы прототип Ницше, который и повлиял на всю ту самую страшную катастрофу 20 века, ну, может быть, не только 20 века, а многих и многих веков. Ну, ладно, это так, я ухожу в сторону. Возвращаемся к логике Ницше, вот к этой его имморализму. Да, если вот Влад сказал о Томасе Манне, у него есть уж абсолютно совершенно ницшеанский роман, в котором мы видим влияние Ницше на самого Манна. Но не в этом плане, не в плане, что слабые неудачники должны исчезнуть, а в другом, о котором я сейчас скажу. В чем же позитивное влияние Ницше на европейскую культуру и философию? Не только на нацизм, не только на вот эту безнравственность. Ницше оказался, как бы забегая вперед, спасителем философии, как ни странно. Так вот, очень хорошо в романе «Волшебная гора» Томаса Манна, такой огромный роман, двухтомник, но такой очень более философский, даже еще, чем «Доктор Фаустус». Их нелегко читать. Нелегко, но получаешь потом истинное наслаждение, когда ты проник в эти страницы. Так вот, особенно в этом романе «Волшебная гора», вот эта мысль Ницше, человек есть болезнь на теле Земли. Человек – это болезнь на теле Земли. Понимаете, вот Земля, да, – это нормальная планета с нормальной жизнью, в которой действуют законы выживание наиболее сильного, законы воли к власти. И вдруг человек говорит, нет, воля к власти – это плохо. Давайте помогать больным, спасать неудачников, да, и прочее, и прочее. Но ведь это же болезнь, понимаете? Она приведет нас к смерти. Вот что будет, если волк вдруг задумается и скажет, ну, какой же я негодяй?
Вот зайчиков поедаю маленьких, да, овец у крестьянина краду. Ну нет, ну все, я перехожу на траву. Ну, перейдет волк на траву, через неделю загнется, потому что его желудочно-кишечный тракт не приспособлен к растительной пище. Его пища – это зайцы и овцы. Естественно, это закон природы. Поэтому умрут и волки, и зайцы, которых волк тоже помогает удерживать от болезни. Это закон. Это не хорошо и не плохо. Это как бы по ту сторону добра и зла, вот эта воля к власти. А мы вдруг придумали, да, и вот начинается вот этот самый декаданс, да, и прочее, прочее. Это болезнь. Болезнь. Но слава Богу, человечество выздоровело при помощи нигилизма, отказалось от этих ценностей. И теперь начинается, да, нормальная новая эпоха, инципит, да, Заратустра. Вот как-то, читая с внуками сказку Андерсена «Снежная королева», ну, мы знаем, что Ганс Кристиан Андерсен – это вообще-то христианский писатель, очень верующий, с трагической судьбой, да, но христианин. Да, такой. Я вдруг в ужасе подумал, что я читаю эту сказку, великолепную сказку «Снежная королева», сквозь призму Ницше. И вот от этого уже не могу отказаться. Ну, все читали, конечно, или, по крайней мере, может быть, фильм смотрели, помните историю, когда брат и сестра Кай и Герта, да, играют там на снегу, и вдруг появляется снежная королева, которая санки, на которых катался Кай, пристегивает к своей карете, и Кай мчится вместе с ней в это ее страшное там царство холода и льда. Кстати, вот в советское время эта сказка была так по цензуре, цензурой немножко подчеркана, а потом в наше время она была восстановлена. Вот что Кай думает, когда снежная королева к его к карете пристегнула санки? Понятно, то, что вот здесь как раз Андерсен как христианин выступает. Кай захотел прочитать молитву «Отче наш», но в голову ничего, кроме таблицы умножения, не лезло. То есть явно бесовские силы, да, отсекли все, там, самую главную молитву Господню, и вот эту холодную, да, таблицу умножения поместила в ум бедного мальчика. Дальше, как вы помните, да, Герта, преодолевая там многие там трудности, пробирается в царство Снежной королевы. Что она видит? Видит издалека своего брата, который сидит на льду и из льдинок собирает слово «вечность». Слово «вечность». Она кричит ему: «Кай, дорогой брат, пошли вместе со мной. Пошли там кататься на санках, собирать там цветы, плести венки, играть снежки в наш материальный мир». А Кай говорит: «Не мешай. Не мешай мне собирать слово «вечность». Это мир платоновский. Мир снежной королевы – это мир платоновских идей. Мир вечных сущностей, где нет жизни, где нет движения, где все замерзло. Вот против этого вечного, безжизненного мира и выступает Ницше. Да. Он призывает нас вернуться к настоящему, живому миру, полному движений. А где есть движение, там и нет вечного. Там и нет абсолютно объективного. Там есть каждый из нас. Кому-то нравится физика, кому-то философия, кому-то математика, музыка, кинематограф, не знаю, пожрать, поспать. Неважно, мы все разные, и в этом прелесть каждого из нас. А там идеальное. Человек вообще. Это же просто убийство, понимаете? Вот что называет Ницше Богом. Мы убили Бога. Мы убили этот умопостигаемый платоновский мир. Наконец-таки 2500 лет ушло на это, чтобы постепенно убить Бога. И после этого убийства Бога и начинается новая история. История нормальной жизни, нормальных отношений. Да, они выходят за пределы нравственности, но таков закон. По-другому спасти невозможно. Но и еще одно преступление, которое совершили
Ну, у Платона его так не особенно, его мы находим, но в христианстве особенно. Свобода. Свобода придумана христианами. Как даже Ницше резко пишет, что христианство есть метафизика палача. Почему метафизика палача? А потому что, вот как мыслит палач? Неважно, палач, который рубит головы, или палач, который там сидит в судейском кресле и выносит приговор, между ними разница небольшая. Да, понимаете, в принципе, это одно и то же. Но почему судья выносит приговор? Отрубить ему голову. А потому что он мог бы поступить хорошо, а он негодяй, поступил плохо. То есть в данном случае исходным моментом является факт наличия у человека свободы. Поэтому а свободы нет, указывает Ницше. Нет, он не физик, он не детерминист, как там сказали бы какие-нибудь противники свободы в современном материалистическом детерминизме. Нет, он даже науку, естественно, науку все равно называет тоже способом приспособления. Да, мы приспосабливаемся к этому миру, это очень удобно. Если ты знаешь закон тяготения и знаешь второй закон Ньютона, ты не будешь прыгать с восьмого этажа, ты можешь рассчитать, да, какой удар по твоим костям будет, да, который приведет в лучшем случае к перелому. Поэтому, зная законы, ты как бы приобретаешь больше власти над миром. Поэтому физика, биология, химия, другие естественные науки – это не способ познания какой-то истины. Ее нет, подчеркиваю. Это способ приспособления, иметь какую-то власть над миром. Поэтому не в этом плане, там есть там закон или не закон, объективный, не объективный, но свободы уж точно нет. Точно нет. Ее придумали христиане. Именно для того, чтобы иметь власть над миром, они придумали. Да. И я тоже придумал свободу. Буду ставить двойки на экзамене тем, кто скажет: а вот вы могли бы прочитать философию? Они прочитали, поэтому получайте двойку. А вот вы прочитали, молодцы, да, подготовились, получайте пятерку. Я тоже приобретаю власть, как любой преподаватель, над студентами. Мы придумали свободу, да, и тем самым, да, вот психология наша какая? Ведь наслаждается человек, который ставит там двойку, как считают студенты. Да, на самом деле преподаватель – это огромная тоже проблема, двойку ставит вынужденно, да, с печалью, да, надеясь на исправление студента. Но по мнению Ницше, как раз наоборот. Да? Ты, вот, ты как внутри себя палач, ты наслаждаешься. Вот ты грешник, да, поэтому я тебя отправляю в ад. Никакого ада, конечно же, нет, по мнению Ницше. Но ад тоже придуман. Да? И вот как... мне даже вспоминается католическое богословие. Это, конечно, не догмат в католической церкви, но некоторые, например, Фома Аквинский, да, рассуждая о том, в чем состоит блаженство праведников, вот праведники попадают в рай, в чем состоит их блаженство? Ну, конечно, примитивный человек считает, что там блаженство в том, что он там яблоки всегда ест, там слушает песнопения ангелов. Ну, наверное, я не помню, как там говорит об этом Фома Аквинский, но один из моментов наслаждение праведников состоит в том, что они созерцают страдания грешников в аду. Понимаете? Вот метафизика палача. Вот попал праведник, и так ему Бог иногда открывает. А вот смотри, а вот этот еретик, и вот тот бандит, или тот убийца, да, или тот прелюбодей, вот видишь, как вот на сковородке его черти, да, и человек становится хорошо, да. Вот хорошо, что не я. Понятно, да, почему христианство – это метафизика палача, почему человек – это болезнь на теле земли, почему свободы нет на самом деле, и она придумана человеком. Да, поэтому, конечно, да, пишет Ницше, да, мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность Бога в Боге. Этим впервые спасаем мы мир. Вот такова примерно схема философии Ницше. Философия, которая, конечно же, шокирует нормального человека, философия, которая, конечно же,
нормальным человеком принято быть не может, она безнравственна, она призывает к относительности взглядов, к нравственных взглядов, конечно. Конечно, если бы был Сократ, то он оставил бы в стороне софистов, сказал, что софисты – это еще нормальные ребята, да? А вот этот Ницше – это, конечно, самый страшный. Но почему же? Почему философия Ницше оказалась столь популярной? И почему я сказал такую фразу? Да, вот как бы начну с другой стороны. Ведь на самом деле 19 век начинается с огромных ударов по философии, особенно по метафизике. Позитивизм – это все псевдовопросы. Да, да, есть только одна нормальная наука – это естествознание. Физика, химия, биология – все должно опираться на наблюдение, а метафизика вон. А философия, ну так, может помогать иногда физикам и другим естествоиспытателям. Но, так сказать, да, философ может сказать, что ну хорошо, да, я понимаю, природой мы так особенно не интересуемся, мы интересуемся человеком, обществом. Приходит Маркс и говорит, нет, обществом занимается экономика. Философия – это тоже метафизика, там народный дух, общественный договор там, и прочее, это какие-то там ваши вымышленные, опять же, сущности. Мы исходим, как помните, да, цитату Маркса из немецкой идеологии, не из какого-то вымышленного человека, а из конкретного, который трудится, создает прибавочную стоимость и так далее, и так далее. То есть философия изгоняется из области учения об обществе. Остается человек. Может быть, философия занимается человеком? Ну, потом, да, потом, как я скажу, такая моя концепт, такая условная гипотеза, потом человека изгонит из философии Зигмунд Фрейд. Ну, пока мы до Фрейда еще не добрались. Но вот Ницше, можно сказать, спасает философию, разрушая ее. Даже не собираясь ее спасать, наоборот, он согласен, что то, что началось после Сократа, это вообще ужас и кошмар. И вполне естественно, почему философия гибнет, а потому что она занялась не тем предметом. Природой должна заниматься естествознание, которое как раз и помогает нам приспособиться к этому миру и жить в нем, так сказать, сохраняя свою жизнь. Ведь это главные ценности, да, сохранить свою жизнь. Но главным для Ницше является феномен жизни. Жизни, как мы говорим, да, вот как той самой подвижной, постоянно изменчивой, субъективной сущности. Нет того мира вечных платоновских идей, вечных платоновских сущностей. Нет их. Есть только жизнь. И тогда, понимаете, вот когда вот Ницше произносит вот эту, впервые это шокирует, конечно, но когда он произносит такую мысль, вдруг философия начинает играть другими красками. Да, человек, главное в человеке, ведь что действительно, это наша уникальность. Нет идеи человека. Есть конкретный Иван и Марья, Джон и Мэри, Жан и Мари. Есть конкретные индивидуумы с их желаниями, страстями, проблемами. Личность – вот что главное. Индивидуальность. Да, вот там, не знаю, какой компьютер передо мной будет стоять, мне без разницы. Мне важна идея компьютера, чтобы он хорошо работал, вычислял. Да, у меня к нему любви не будет. Да. У меня будет удобство работы с ним. А вот человек, да, это всегда уникальность, да, и смерть или потеря любимого человека – это трагедия. А еще Платон и Сократ сказал, познание осуществляется общими понятиями. То есть я знаю, сказал человек, и вам понятно, да, человек вообще. Сказал компьютер, вам понятно, компьютер вообще какой? Да, настольный, ноутбук, там, планшет, в данном случае неважно. Да. Поэтому ко всему, чему угодно, к материальным вещам, мы можем применять метод Платона, и наука прекрасно его в
конце концов реализовала. Платонизм действует в естествознании. Но не в том плане, как ценности, понятно, да? Но к человеку это ни в коем случае вообще не применимо. К человеку нужно искать какой-то другой метод. Он явно не рациональный. Потому что рациональный метод, он всегда исходит из общих понятий. Он всегда представляет себе какую-то субъект-объектную вот эту пару взаимоотношений. Есть абстрактный субъект, некоторое «я», как Фихте, да? Есть абстрактный объект, некоторая сущность, как у Аристотеля. В этом состоит процесс познания. Но он всегда заканчивается скептицизмом. Откуда я знаю, как у Канта, да, что существует мир? А может быть, он непознаваемый мир вещей в себе, или как у Фихте, или как у Юма. Всегда философия заканчивается скептицизмом. Я ничего не знаю об этом мире. Ничего. Потому что я всегда ограничен своими мыслями, своими ощущениями. И вот этот рациональный, и плюс к этому добавляем невозможность познания личности, потому что я могу, как вот начиная с Платона и заканчивается там, и Гегелем, вся эта мысль, что мы познаем только человека вообще. А как познать индивидуума? Значит, намекает нам Ницше. Он не говорит, он не спасает философию, как я сейчас говорю. Он фактически делает то, что потом увидит у него вот эту самую мысль, что к человеку необходимо применять другой метод. Понимаете, вот в чем причина гибели и поражения метафизики, философии в XIX веке. Потому что мы к человеку применяли не тот метод. Да, нужно возвращаться к Гераклиту, к тем философам, которые... Ну, не создавали, жили до Сократа, до этой концепции общих понятий. И потом, да, вот благодаря Ницше, и начнет развиваться в конце 19-го и особенно в 20 веке иррационалистическая философия. Потому что мысль понятна. Человека познавать разумом нельзя. Разумом можно познавать атом, молекулу, да, какие-то абстрактные общие понятия. Познание, потому что, как сотый раз повторяю, возможно только в общих понятиях. А как познать? От человека это всегда личность, уникум. Поэтому к нему этот метод общих понятий, метод определений, доказательств и всего остального неприменим. Нужен другой метод. Какой, мы пока не знаем. Но мы знаем одно. Этот метод нерациональный, нерассудочный. А вот и поэтому вот здесь проблема для историка философии, куда вставлять Ницше. Некоторые говорят, это уникум, да, гений, от которого ведут там начало философия жизни, экзистенциализм, персонализм, философская антропология и другие вот популярные течения 20 века, которые как раз и объединяют одно – иррациональный метод. Иррациональный. Каков? А в каждой из этих философских школ он разный. Другие говорят, нет, ну Ницше понятно. Он же говорит прежде всего о жизни, о главном законе жизни, воля к власти, поэтому Ницше однозначно является родоначальником философии жизни. Да, и поэтому о ней, о философии жизни и можно несколько слов сказать. Кстати, но перед чем я сейчас перейду, хотя времени уже у нас не так много, замечу, что русский язык был, по-моему, первым, не то что даже один из первых, а даже первым, на который были переведены работы Ницше. Россия конца 19-го, начала 20 века была очень, как-то очень чувствительна к западным философским идеям. Возникают там, журналы популярные, там, философские общества. Вот замечательный журнал «Новые идеи в философии», который я до сих пор вот, с удовольствием читаю, потому что прекрасная редакционная коллегия, которая видела, да, публикуем какие-то выходящих там монографиях, статьях, видела, что это уже как это, гениальная статья задел на будущее. Вот и в Ницше в России увидели действительно не просто какого-то безнравственного аморалиста,
да, который пишет какие-то сумасшедшие работы, а интересного мыслителя. Да. Вот, кстати, одним из самых известных подражателей Ницше в России был Максим Горький, который, известно, даже усы отрастил от подражания своему кумиру. Не знаю, проходили ли вы в школе Максима Горького, наверняка проходили, да, но проходили ли вы его знаменитые там «Песня о соколе», «Песня о буревестнике», да, который, по сути, гимн сверхчеловеку. Да, чуть не забыл. Да, очередное важнейшее понятие философии Ницше – сверхчеловек. Ну, сверхчеловек по-английски «супермен», да, но это не супермен. Это не там, Брюс Уиллис, не там, какой-нибудь другой спаситель человечества. Это просто человек, который вырос, как из коротких штанишек, вырос из ценностей. Он живет, как воля к власти. Для него нет ценностей. Просто, да, пока вот слово «инципит Заратустра», да, начинается Заратустра, пока мы еще живем во времени, которое не поймут. Поэтому проявлять себя как такого сверхчеловека Ницше, конечно же, не мог в это время, да, в таком мещанском, примитивном, особенно немецком, таком бюргерском обществе. А вот прекрасно в поэтической форме Максим Горький высказал, да, вот «Песня о буревестнике», да, или «Песня о соколе» особенно, да, как там «Жирный пингвин робко прячет тело», из «Буревестника», да, «Жирный пингвин робко прячет тело жирное в утесах, только гордый буревестник, да, черной молнии подобный реет буря, скоро крянет буря». Да, вот это сверхчеловек, буревестник. А мы мещане. Мы жирные пингвины, которые прячутся, да, от всяких там, не знаю, житейских бурь и прочее. Мы вот живем в этом мире ценностей, мы обыватели. Поэтому рожденный ползать, летать не может. Да. Вот это деление на людей на элиту сверхчеловека, зарождающегося, и на быдло, прошу прощения за грубоватое слово, ну быдло, скот по-польски. Да. Ведь скот, чем скот отличается? Да? А там у крестьянина, там, не знаю, 100 баранов. У него нет любимого, нелюбимого. Они все одинаковы. Поэтому, когда вот толпа, это есть быдло, да, в которой все одинаковы. А для Ницше, как для Гераклита, помните, один мне тьма, тьма, слово, по-моему, тысяча обозначало в славянском языке, один мне тьма, если он наилучший. Один, уникум, ценен всегда лучше всех. Да. Ну и, как я сказал, да, немножко, ну, сейчас пока что там успеем, на следующем занятии продолжим, хотя бы о первом представителе философии жизни, Вильгельм Дельтей. Да, ну, здесь, скорее всего, влияния Ницше никакого не было. Просто, может быть, эта мысль уже в обществе витает. Да, отказ от какого-то старого способа познания природы, который, естественно, испытатели гораздо успешнее применяют. Вот Вильгельм Дельтей, который, да, такой чисто преподаватель, академический философ, да, вот главные его две работы «Введение в науки о духе» и «Описательная психология». Вот он замечает, да, особенно в работе «Описательная психология», она небольшая, «Введение в науки о духе», она гораздо фундаментальнее и больше, поэтому, если кому хочется, рекомендую «Описательную психологию» почитать. Да, вот Дельтея беспокоит развитие психологии как науки в XIX веке. Почему беспокоит? Потому что возникает психология в работах там, Шарко там, и других, там, Гельмгольца и так далее, других замечательных биологов. Биологи, которые воспринимают человека тоже просто как совокупность каких-то там нервных окончаний, рефлексов, инстинктов, и описывают поведение человека наподобие с поведением там зайца или там даже там какого-нибудь бактерии, или, не дай бог, там, не знаю, материального тела. А никакого различия нет. Поэтому и применяют метод к описанию психологии поведения человека такой же причинно-следственный. Почему дует ветер? Потому что, там, не знаю, разность температуры, разность давления. Мы объяснили, да, и предсказали даже, когда ветер там закончится. Но, да, природу мы объясняем, пишет он.
А душевную жизнь нельзя. Да. Причем душевная жизнь, Дельтей не показывает, что он верит в существование платоновской души, отдельной сущности. Нет. Да, этот вопрос он оставляет как бы за скобками. Есть душа, нет души, неважно. Есть душевная жизнь, которую нужно постигать. Постигать как, понимаете? Но совсем коротко скажу. Главное, да, вот я знаю себя. Я знаю свою душевную жизнь. Я знаю, когда мне хорошо, когда мне плохо. Я знаю, что меня радует, что меня печалит. Потому что я это усматриваю в своем каком-то внутреннем взоре. Мне не нужно там объяснять, там, ты обрадовался этому, потому что там на тебя... А что мне объяснять? Я это знаю изнутри себя. А задача науки под названием психология состоит в том, что точно так же мы должны узнать и переживания другого человека. Не описать, да, этот человек радуется, потому что он получил пятерку, а пятерка всегда приятная там, и вызывает радость, да. Ну, не дай бог еще сказать, что он радуется, потому что у него там какие-то гормоны, какие-то эндорфины, там какие-нибудь еще. Ну, это совсем примитивно. Да. А где же мое индивидуальное переживание, где моя радость именно от того, что я сказал, не просто получил пятерку, а я решил задачу уникальным методом, до которого даже преподаватель не додумался. И препод сказал, да, вот я вижу в тебе большое будущее. Вот какое-то свое личное переживание. Поэтому вот как, вот самая главная задача психологии должна состоять в том, как вот это мое внутреннее переживание перенести на других людей. Не описать, то есть не объяснить, да, а именно описать. Описать, как я описываю свои внутренние переживания. Вот как бы вот делит на два типа наук. Объяснительные – это физика, химия, биология. Там нормально делается. Причины и следствия. А есть описательные, гуманитарные науки. Особенно науки вот, как о человеке. Да? Гуманитарное слово «гуманус», описывающее человека. Это, а самое главное здесь – это именно переживание. Переживание. Не логика, не сухая причинно-следственная там аргументация, а именно переживание. Вот, я думаю, хотел сказать в русском языке, я думаю, в любом языке человеческом, да, есть слово «сопереживать». Прекрасное слово. Хотя, значит, что значит «сопереживать»? У человека какая-то беда или радость, и я почему-то радуюсь или печалюсь вместе с ним, как он, плачу над его горем или радуюсь над его удачей. Вот это есть настоящее познание. То есть, когда я как бы проник во внутренний мир этого человека, я сопереживаю. Вот переживание, да, вот корень жизни. Вот это и есть философия жизни в двух словах, да. Когда мы не просто описываем, или там, не знаю, причины следствия. Да, я рад, я знаю, что ты переживаешь, я знаю, что ты там, не знаю, печалишься, потому что у тебя такое-то горе там в семье, да, или там двойка на экзамене. Ну, такое пассивное, объективное, отстраненное восприятие этой истины. Да. Как отнесется мой друг к тому, что я скажу? Да? Он скажет, вот видишь, как мне плохо. Я говорю, да, я знаю. Я знаю, тебе плохо, потому что у тебя там то-то и то-то. Все, спасибо, до свидания, пошел. Как на меня мой друг будет смотреть? Скажет, да пошел ты вообще. Тоже мне друг называется, да. Хотя бы там, не знаю, показал хоть как-то там, не говоря уже об искреннем переживании. Вот это и есть настоящая философия. Философия человека. Переживание, корень слова «жизнь». Философия жизни. Да. Природа, да, мы ее должны объяснять. Душевную жизнь должны пережить. И вот он вводит важный термин, создавая фактически очень важную новую, важный новый раздел философии – герменевтика. В 20 веке она будет одной из такой наиболее популярных и до сегодняшнего дня. Да, вот вводит впервые два понятия, которые теперь отличаются друг от друга. Знать и понимать. Да, вроде бы я знаю, вот, особенно любой преподаватель на экзамене это чувствует. Студент знает, вызубрил наизусть, все рассказывает, определение прекрасно. Дашь какой-нибудь вопрос, какую-нибудь задачку, и видишь, что он ничего не понимает. Просто не понимает. И студент говорит, да, вот, не понял,
Не понял. Вот. То есть, а что значит понять? Чем отличается знание от понимания? И как понять? Что сделать для этого нужно, как понять? Да? Вот герменевтика, герменевтический круг вводит такое же понятие. Слово герменевтика от древнегреческого бога Гермеса. Бог торговцев, Меркурий у римлян, но бог торговцев стал одновременно и богом переводчиков. Понятно, если ты едешь там за зерном в Египет, ты должен знать египетский язык, да, чтобы переводить. А чтобы перевести, ну, любой переводчик это понимает, да, перевести надо часто не буквально, а смысл уловить, понять, что же означает это слово там в другом языке. Поэтому и выбирает Дельтей это слово «гермес», так как название новой философской дисциплины, герменевтика, учение о понимании. А что такое герменевтический круг? Особенно хорошо это проявляется, скажем, в трактовке художественного произведения. Ведь художник, великий художник, это не просто там, какие есть писатели, да, как говорится, там писатель пописывает, там какая-нибудь Дарья Донцова там, или там современные авторы, которые публикуют там сотни книг с забавным сюжетом, но там же ничего интересного, прочитал, выбросил, потерянное время. А вот что хотел сказать Томас Манн или Достоевский, Лев Толстой или Шекспир? Вот ты читаешь там Анну Каренину, допустим, да? Начинаешь читать, там эпиграф пропускаешь. Да? «Мне отмщение и аз воздам». Ну, при чем здесь Библия вообще? Ладно. «Все смешалось в доме Волконских, да, и так далее. Что смешалось? А там Стива, оказывается, изменил своей жене. Ну, интересный сюжет. Как там начинается все, читаешь и прочее. Оказывается, Анна там, не знаю, изменяет мужу, а муж-то... Ну, в общем, читаешь. Прочитал, да, классная работа, классная книжка. Только что-то я не понял, а при чем здесь семья Левина, Кити? Там же самое главное же Анна, там Сережа, ее муж там и прочее. А при чем здесь скучнейший Левин какой-то? Там только, возвращаешься обратно. Там же в самом начале все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны по-своему. Думаешь, батюшки, как я не заметил? Наверное, Лев Николаевич говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаково. То есть я вам сейчас в этой работе расскажу рецепт счастья. Он для всех людей одинаков. А несчастливы по-своему. Почему несчастна Анна? Почему несчастна, там, не знаю, Вронский и так далее? А вот Левин, вот же главный герой того Толстого. А я на меня надо прочитать снова. Да, уже с опором на другое совсем. Ты уже не обращаешь внимания на сюжет, ты уже его знаешь. Ты обращаешь внимание на другое. Ты второй раз читаешь, но как будто первый раз читаешь. Вот замечательный русский философ грузинского происхождения, но русский по духу, Мераб Мамардашвили как-то сказал, первое чтение – это всегда второе чтение. То есть, когда ты первый раз читаешь, ты выполняешь подготовительную работу. Сюжет, там, термины, если там философия там, или математика. А второй раз ты уже вдумываешься. А потом, когда прочитал второй раз, тебе вдруг захочется прочитать третий раз. И ты третий раз будешь совсем по-другому понимать. Каждый раз ты возвращаешься в этом герменевтическом круге и проникаешь в мысли Толстого. Что же он хотел сказать? Он великий писатель, он великий мыслитель. Он не просто сюжетом, да, забавным делится. Он свои мысли на семью, может быть, свои переживания, почему в его семье что-то не совсем удачно с его женой, там он ссорится с ней и так далее часто, да, она не понимает его. Вот где вот, и ты читаешь это как учебник жизни, пытаешься понять великого человека. Вот это и есть герменевтика, которая, как, вот, как и у Ницше, но к Ницше мы начнем следующее занятие, опять же, с возвращения к философии жизни, другим и к этим идеям будем возвращаться. И даже, да, как фразу «Бог умер» и тоже будем как-то попытаться понять на уровне философии 20 века. Ну вот, да, вот так вот немножко о философии жизни, поэтому спасибо за сегодняшнее ваше внимание. Ну и поэтому до свидания.